31 января 2022 года лежу в доме гостевом питомника «Снежные псы». День третий. День шестой. Подъем в 6 утра. День седьмой. После гонки еле встал. День девятый. Эмоционально тяжелая тренировка. Топор, батарейки, газовый баллон. Пах, как убитый, встать долго не мог. День 12. Потрясающие виды. Передние подтянули сюда. Каша мала, в сугробе все это драка. День 14. Заготовка рыбы для гонки овощи рейс. 12 день записываю в 20. Мне все задают вопрос, что ты делаешь на Камчатке. Очень хороший вопрос. Цель. Какова цель? А цель, она в процессе. В процессе движения вперед к новым знаниям, к новым приключениям, к новой энергии жизненной. С Камчаткой я познакомился летом. Потратить полтора месяца фактически в отшельничестве на собачьем питомнике, тренируясь ездовому спорту, посвящая все время, весь день, с утра до вечера в сложных условиях и климатических, и физических, и отделенным от большого социума при полном практически отсутствии связи, не работает ни интернет, очень плохо работает телефон. Зачем тебе это надо? Как-то так вот получилось, что я услышал, увидел, кто-то мне сказал, уже не помню, про Берингию. Берингия, легендарная гонка, Камчатка, 1000 километров. Я тогда не придал этому значения, но родилась какая-то мысль у меня. Родилась она, видимо, неосознанно и бесконтрольно с моей стороны. Но, как я слышал одного высказывания недавно, что мысль – это самая заразная вещь, которая существует на свете. Один раз поселившись в мозгу, ты ее уже никогда не можешь вылечить, удалить, убрать. Она начинает там развиваться до тех пор, пока не достигнет желаемого. И захотелось это попробовать, испытать, пройти. Начал искать пути, возможности. Я люблю достигать невозможного. И вот я здесь, долго ли коротко, сижу в национальных костюмах, тренируюсь ежедневно на собачьих упряжках, получаю опыт, шишки, шрамы. После гонки еле встал. Казалось, что нагрузка физически на меня не очень большая во время самой гонки. Но весь день оказался изматывающий. Переезды, перевозки, длинный рабочий день с 6 утра практически до 10 вечера. Напряжение моральное, переживания, стресс, хороший стресс.
Измотали так, что еле встал. Топор, нож. Топор, нож есть, да. Ремнобор. Ремнобор, да. Поводок для эвакуации собаки. Да, есть. Дырочки. Дырочки, да. Все, я... Лопатка. Лопата, да, все больше. Сейчас это у нас тапки, тапки запасные. Для того, чтобы попасть на Берингию, нужно сначала пройти квалификационную гонку под названием Авача Рейс. Я сам не верю. Как? Огонь. Все хорошо? Да. Как собаки? Она натянута, нет? Вот от этой большой березы, пока там не вяжи, просто перекинь сейчас сюда. И вот иди с этой стороны завяжи сначала. Вчера все закончилось благополучно, слава богу. У меня все собаки дошли. Все вроде не подают признаков какого-то ослабления, дискомфорта, болезней, травм. Пока идем нормально. Я тоже, слава богу, вчера очень осторожно шел, как меня учили старшие каюры. Здесь настраивать себя на положительный результат сразу, это неправильно. Вот. Однозначно. Просто работаем аккуратно, обдуманно, рассудительно, спокойно бережем себя, собак. А там как сложится.
Это тоже испытание не для слабаков, прямо скажем. Это многодневная гонка из 5 дней, 5 этапов, 300 километров. Это очень сложная гонка с преодолением горного перевала. Все эти трудности, сложности, риски и опасности, они абсолютно стоили того, что я сегодня получил. Этот день, он жизни стоит, реально, без преувеличения. Можно прожить этот день и больше ничего в жизни не видеть, и жизнь будет счастливая. Круто, да? Ой! Смотри, мостик отмечен, видишь? Да. Прямо, и вот как вешки идут туда по диагонали до упора, там два дома с зеленой крышей и с красной двухэтажной. Тебе за зеленый? Даже 25 метров, 30 метров, то есть вы речку будете визуально наблюдать, нет, но саму воду не... Плавать не надо. Я имею в виду там, где будет по тундре заворот, возле речки. Насколько все зависит, знаешь, вот от всего, от собак, от тебя, от погоды, от организаторов. И реально понимаешь, что не все в твоих руках, а все воле Божьей, по большому, по-другому не скажешь. Проскочили. А там у нас тоже приключение. У Миши нарты переворачиваются. Собаки разворачиваются. Олеся, у нее ящик сорвало, ящик сзади упал, ты видел, да? Собаки бежать, что это природный инстинкт, ну даже не природный инстинкт, что такое количество энергии у собаки существует, что она хочет двигаться и бежать. И я себя начинаю уже ассоциировать, в том числе со снежными псами, по той причине, что я тоже хочу все время бежать.